Краснодарский край находится в пятерке лучших регионов в России по собираемости взносов на капремонт. Средства, которые аккумулируются в специальном фонде, реально работают. И это дает прекрасные возможности для обновления жилья. В 2020 году на Кубани планируется капитально отремонтировать около 1000 многоквартирных домов. И в Славянском районе полным ходом идут ремонтные работы. 15 многоквартирных домов в нынешнем году будут отремонтированы. Программа капитального ремонта многоквартирных домов действует в Славянске на Кубани далеко не первый год. Участие в ней дает возможность жильцам ремонтировать инженерные сети, кровли, фасады домов. Славянцы видят, что собранные деньги работают на их благо. У нас запланировано в программе 15 многоквартирных домов отремонтировать, из них 10 в Славянском городском поселении, 2 дома в Целинном сельском поселении, 3 в Петровском. Включены это капремонт крыш, как первоочередной элемент ремонта, так как крыши давно износились. Вот, стоимость всего ремонта всех 15 многоквартирных домов составляет 51 миллион рублей. Для проведения ответственных работ привлечены те, кто уже имеет большой опыт и зарекомендовал себя с самой лучшей стороны. В связи с тем, что даже был введен режим самоизоляции и карантин в крае, мы справились с этой задачей на отлично, даже в связи с погодными условиями. Мы представляем строительную организацию в Славянском районе «Элемент Юстрой». Соблюдаем все нормативы и условия технологии. Нас постоянно контролируют контролирующие органы по качеству произведенных работ. Двухэтажный дом по адресу Батарейная, 257, был построен в 60-е годы прошлого века и, конечно же, давно уже нуждался в ремонте кровли. Жильцы дома наблюдают за тем, что работа спорится, и это очень их радует. Нас это радует. Мы очень давно ждали этого капитального ремонта. То есть и жильцы, и у нас тоже квартира на втором этаже. То есть было очень критично. Мы очень довольны, что наконец-то все-таки администрация нам помогла в этом. И в пятиэтажке по адресу Красная, 84, идет замена кровли. Работы ведутся тщательно, с соблюдением технологических норм. Жильцы дома, среди которых немало пенсионеров, довольны тем, что их дом будет отремонтирован. Конечно, рады, а как же? Кто же не радуется, когда ремонтируют, ремонтные работы проходят во дворе или в доме? Погода благоприятствует ремонтникам. Будут приложены все усилия, чтобы намеченное в этом году было выполнено в срок и с хорошим качеством. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, программа «События».